Все, можем начинать. Красивый пистолет. Всем привет, дорогие друзья! У микрофона я Эдди, и сегодня, как и обещал, покажу вам кое-кого из комиксов, а именно Венома. Ну, а перед тем, как мы продолжим, хочу вам посоветовать канал Mike Art Production. У канала схожая GTA-шная тематика. Парень снимает обзоры модов, мифов GTA San Andreas. У канала есть свой собственный стиль, интересный превью, свой фирменный логотип. Ссылка будет внизу в описании, так что переходите, надеюсь, вам тоже понравится. Ну, а мы возвращаемся к нашему Веному. Итак, чтобы его активировать, нужно нажать на три целых клавиши. Но вообще можно не нажимать. Если у вас, допустим, мало здоровья, кто-то вас там стреляет, военный, либо полицейский, то вы сами станете Веномом. Но можно сделать это самому, нажав на три клавиши. Правая кнопка мыши, G и N. Смотрите. И плюс ко всему есть звуковые дорожки. Просто посмотрите на эту гору мышц. Это просто жесть. И он издает какие-то непонятные просто звуки, такие животные. Ну ладно, у нас есть такой ускоренный бег, прикольный. И как мы взаимодействуем с людьми. Все очень легко и просто. Вот допустим, берем паренька, девочку жалко, правая кнопка мыши, маркер, левая. И просто мы его подняли в воздух, ребята. И что можем сделать? Можем его взорвать. Клавиша X, запомните, клавиша X. Но перед тем, как взять чувака, нужно, конечно же, нажать правую кнопку мыши и левую кнопку мыши еще раз. И мы также можем его отпустить. Клавиша Т. Смотрите. Все, типа, живи, чувак. Он даже никуда не убегает. Еще разочек. Клавиша X. И все, просто минус, ребят. И также у него огромная сила, то, что он может даже машины толкать. Смотрите. Допустим, вот стоит машинка такая. Мы подходим. Левая кнопка мыши. И просто она отлетает и делает какой-то бэкфлип. Просто жесть. Также наш Веном может очень высоко прыгать. Клавиша R. Нажимаем еще раз. И мы можем также летать как будто бы. И нашей мышкой мы даем уже направление. Очень классно. И также во время полета можем нажать, допустим, на клавишу F. И это будет такое быстрое приземление. Дроп называется. Потом еще раз. Давайте. И попробуем нажать на клавишу X какую-нибудь. И мы как-то дропнулись прямо на машину, ребят. Еще разочек. Видите, то есть во время прыжка клавиша X, и он прям падает на машину и взрывает ее. Ладно, еще также кое-что есть интересное. Давайте попрыгаем и попробуем нажать на клавишу F. Ну, как я и говорил, это обычный дроп вниз. В принципе, мод очень классный, и видно то, что персонаж огромный. 2 метра ростом, если, конечно же, не больше. Ощущается после CJ совсем по-другому. Но единственное, что не хватает, это, конечно, может быть не минус, но маленький функционал. То есть нужно было добавить побольше приемов различных, как я считаю. Конечно, у мода есть потенциал, у него целых 50 тысяч скачиваний. Это просто огромное количество, ребят. И хорошие отзывы. И сама моделька Венома тоже очень классная и такая прям бодрая. В общем, я считаю, что нужно добавить побольше различных приемов, потому что, на мой взгляд, их мало. Хотелось бы побольше. В общем, я вам все показал, это был Веном, не хочу растягивать видос. О май гад, как она взорвалась, вы это видели? Просто жесть. Но если мы, допустим, бьем обычного человека, то он не отлетает далеко. Нет, вот а машина сразу отлетает, смотрите. Опа, и все, отлетела такая. Можем также с ноги дать. Натя, с ноги просто. И все, пошла там в гору. И сразу приехали пожарники. И минус пожарка. Прикольный мод, на самом деле. У мода хороший потенциал. Если бы добавить приемов, было бы идеально. Потому что у него практически один прием, который убивает человека, взрывая его голову. А так? Мне понравился мод. Веселый, респект. Всем удачи, ребят. Спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, вам тоже понравилось. Мод очень популярный. Ссылку оставлю. Установка очень простая. Очень простая. Там модлоудер нужен и Клео, и все. Всем спасибо. Всем удачи. Говорил и показывал я, Эдди. И до новых встреч.